Стерлитамакские штукатуры, маляры и плиточники лучшие. В день строителя наградили призеров и победителей 12-го республиканского конкурса профессионального мастерства «Лучшие по профессии строительного комплекса Республики Башкортостан». Сотрудники компании «Стройлидер» заняли весь пьедестал. С ними встретился наш корреспондент. Надежда Стрелец и Зухра Батышина вместе работают 20 лет. Женщины не только коллеги, но и подруги. Работа, говорят они, интересная и разнообразная. Профессия мне своя нравится. Я люблю свою профессию, поэтому, мне кажется, ничего этого сложного нету. Нам просто интересно всегда работать, потому что всегда разные плитки, всегда все по-разному, всегда одинаково не бывает, ни однообразная работа у нас. В конкурсе профмастерства участвуют не одно десятилетие. И ни разу без наград не оставались, рассказала Зухра. Участвуем в конкурсе уже лет, наверное, 20, наверное, и всегда у нас призовые места. Напарницы Рамзия Азнабаева и Зульфия Файзулины признаны лучшими штукатурами республики. На стройке, говорит Рамзия, можно построить все, что угодно, даже семью. Работай и работай, но здесь можно и найти свою любовь, и построить замечательную семью. Зульфия призналась, что выступить достойно к конкурсу готовились долго и тщательно. Ну, в этом году мы перед конкурсом как бы месяц тренировались, вот это нам очень помогло. Напарницы Гульнара Сайфудинова и Наталья Севастьянова в прошлом году на День строителя получили награды из рук главы администрации города. В этом их лично поздравил глава республики. Женщины заняли первое место в номинации «Лучший маляр строительного комплекса Республики Башкортостан». Зарема Фридман, Вадим Ямансаров, Стерлитамак, служба новостей.